Ребята, заканчивается наше сегодняшнее занятие под названием «Мурзилка и дзюдо». Я очень рад, что вы хорошо занимались, слушали меня. И я надеюсь, вам тоже понравились наши игры, игры дзюдо. И сейчас Алексей Чертаусов, ваш тренер, вручает вам подарки, журнал «Мурзилка». Паровоз. Мате, мате. Когда мы начинаем ехать? Когда команда Хаджиме. Слушаем внимательно. Паровоз стоит. Куда едет паровоз? С первого пути отправляется поезд. Москва. Пекин. Паровоз. Ту. Нет, такого нет. Ту. Как паровоз отъезжает? Ту-ту, слабенький паровоз. Давай, поехали. Хаджиме. Беги, беги, беги. Хаджиме. Бежать надо, бежать. Встаем. Куда опять побежал? Красиво, папа. Приготовились. Хорошо. Давай туда отходи. Нет, а мы стоим смирно, смирно, никуда не шевелимся. Хорошо. Давайте еще разок. Ah!
Жме! Так, стоп. Хорошо, считаем, кто сколько повязок. Хаджиме! 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 А где у меня руки-то стоят? Так, коридор должен построиться коридором. Друг против друга. Друг против друга. Лицом к лицу. Вот. Хаджиме! 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 Мате! Команда начинает! Вон команда! Хаджиме! Воротник, кимоно! Хаджиме! Нет, Мирон, вытолкать надо! И туда должен толкать, да? Хаджиме! Продолжаем играть, продолжаем. Хаджиме! Хаджиме! Хаджиме!
Падай, не падай, не падай, не падай. Ладно, Геннадий. Никого не поймал. Все зацепились? Да. Состав отправляется. И потом сделаем общую фотографию на память. В этом журнале много полезной информации, стихотворения, рассказы, кроссфорды. Тренировки мне будете стежки из этого. Вырезалки. В общем, много разных гадалки, разгадалки, загадки, да, все, что хотите, там есть. Итак, всем спасибо. Жми! 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 Thank you.
Да.